Оказаться на море, не выезжая из столицы. На территории парка «Остров мечты» появился самый большой в России пляжный комплекс. Это 5 открытых подогреваемых бассейнов, кафе и рестораны. Уникальный волновой бассейн, создающий волны в высоту 2-2,5 метра. Один из самых крупнейших бассейнов Европы, на котором мы сейчас находимся, чаша которого достигает более 1800 квадратных метров. У нас более 2500 лежаков. У нас зоны, разделенные на детскую зону, спортивную зону, релакс-зону, зону комфортности, где присутствуют и сауны. Но тут есть все. Каждые выходные гостей ждут развлекательные программы, концерты с участием артистов эстрады и диджеев, увлекательные квесты, водные игры и мастер-классы для детей. Помимо этого, юных посетителей ожидает анимационная программа. В перспективе рядом появится крупнейший в мире открытый парк развлечений. Более 20 гектар, и он будет открыт в мае 2025 года. Там будут самые большие горки, катальные, экстремальные аттракционы, которые мы не смогли вместить в крытый тематический парк. И мы объединим крытую часть с открытой частью. То есть стоимость билет будет один, стоимость будет такая же, но человек может посетить и открытый парк, и крытый парк. Пляжный комплекс будет работать до конца летнего сезона. Он, как и будущий парк, станет продолжением формирующегося в Нагатинской пойме развлекательного кластера, который станет центром притяжения не только для москвичей, но и для гостей столицы. Виктор Степин, Егор Ефремов, Строймус.ру.